Не обещайте человеку с гласной «и» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Владельцы этого имени всегда выглядят приветливо, чуткие, умеющие быть снисходительными. Они легко добиваются признания и дружеского расположения окружающих и пользуются популярностью не только среди близких людей, но и всюду, где появляются. Буква «Х» в этом имени говорит о стремлении завоевать всеобщее признание, а значит, о приверженности принятым в обществе законам, моральным устоям. У таких людей хорошая интуиция и довольно богатое воображение. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Звук «Х» в этом имени дает характеру человека неприятность и отсутствие напора. Представители этого имени готовы вступить в беседу с любым человеком и умеют понять чувства окружающих. Предпочтение часто дают тихой и спокойной жизни, а в любви способны идти на любые жертвы. Значение буквы «М» в имени говорит о заботливости, готовности помочь, некоторой застенчивости и мягкости. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Однако уступчивость зачастую играет с ними злую шутку, и их талантами пользуются в корыстных целях. Артистичный способ самовыражения дает обладателям этого имени еще одну возможность доставлять людям радость и отвлекать их от повседневных забот. Творческие профессии позволяют доказывать окружающим, что жизнь может быть прекрасной, если мы захотим этого сами. Значение буквы «З» символизирует стремление отгородиться от внешнего мира, высокую интуицию, развитое воображение, болезненную чувствительность. Иногда эти люди бывают чересчур мрачны, однако в работе проявляют незаурядный ум и способны достичь больших успехов. У обладателя согласной «Л» в имени тяга к телесному комфорту может отодвинуть в тень все другие виды душевных порывов. Бывает, что это люди слишком мягкие и могут спокойно относиться к критике. Если вы посчитаете этого человека малоинтересным для себя, все равно цените и не теряйте из числа друзей. Исцеление от душевных ран скорее находится рядом с этим человеком. Способность не обманываться видимостью, а вникать в существо. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Активизирует воображение. Люди с буквы «Х» всегда стремятся добиться всего в жизни своими собственными силами. У них есть свой собственный, нерушимый взгляд на жизнь и уверенность в своей правоте. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.